Вторая в Украине, шестая в мире. Одесса в лидерах международного рейтинга по количеству пробок. Такие данные за 2021 год обнародовал нидерландский сервис TomTom. Исследование охватило 404 города в 58 странах мира. Средний показатель задержки на дорогах в Одессе 51%. То есть, если поездка должна была занять полчаса, водителям пришлось дополнительно потратить около 15 минут. Напомню, в 2020-м уровень пробок в нашем городе достигал 44%. Тогда Одесса была на 11-м месте в рейтинге TomTom.